Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое главное. Сердцем хранимые, сердцем хранимые наши любимые. Сердцем хранимые наши любимые. Наши любимые, сердцем хранимые, сердцем хранимые, наши любимые. Спасибо. Шоу начинается! Открываем занавес! Нам хорошо! Под созвездием небес! Чувствуем пульс! В едином такте музыки! Поднимайте руки, если вы союзники!
На сцене лауреат джазовых фестивалей Big Band Академии. Художественный руководитель профессор Анатолий Майоров. Класс доцента Владимира Дрындина. Джеральд Маркс от всего сердца. All of me, why not the girl of me? Baby, can't you see? I need you without you. Take my lips, I'll never use them. Take my heart, I'll never use you. Goodbye, let these eyes explode. Tell me how can I go deep without you? Прежде чем объявить следующий жанр негритянский спиричуэл, мы хотим посвятить вас в женский идеал этой культуры. Женщина должна быть нежной, кроткой, изящной и страстной. Но послушайте, наверное, идеалы женщин во всех культурах совпадают? Да, и именно сейчас на эту сцену выйдут как раз такие девушки. Красивые, кроткие, страстные, нежные. На сцене вокальная группа Face Control. Спустись с неба, колесница, негритянский спиричуэл. Coming for to carry me home, sweet low, when I look, you're down, what I see, and I saw, coming for to carry me home, sweet low, I serve a band of angels, coming after me, coming
for to get me home, sweet low, and I look just at what I see, and so sweet for to get me home, sweet low. I serve a band of angels coming after me, coming for to get me home to do it right. В нашем концерте постоянно звучат иностранные слова. Big Band, джаз, хип-хоп, спиричуэл, фейс-контрол. И вполне допускается мысль, что при этом забывается наша родная культура. Но это не так. Мы ничего не забыли. Мы не забыли пение птиц в ночной тишине. И хлебное поле с вечерней росой. И утреннюю зарю на прохладном небе. И об этом нам расскажет мужской вокальный ансамбль «Экспромт». Don't you?